Если вы не знаете, как облегчить симптомы суставных заболеваний, досмотрите до конца наше видео, ведь в нем мы поделимся рецептами действенных народных средств, которые способны не только дополнить, но и даже в некоторых случаях заменить дорогостоящие аптечные препараты. Для приготовления первого отвара нам понадобится одуванчик. Огородники считают это растение своим злейшим врагом и активно избавляются от него на своем дачном участке. Однако травники знают о его удивительных свойствах. Дело в том, что корни и цветы одуванчика содержат гликозиды – вещества, способствующие восстановлению хрящевой ткани. Помимо этого, растение содержит фосфор, цинк и марганец, которые необходимы для укрепления костей. На основе данного сорняка можно сделать следующее средство. 1 столовую ложку корней и цветов одуванчика заливаем пол-литрами кипящей воды и оставляем на 20 минут. Принимаем по 50 мл. За полчаса до еды. Также в борьбе с суставными недугами помогает и обыкновенная пищевая сода. Ее щелочная среда препятствует развитию воспалений, устраняет отеки и улучшает кровоток. Гидрокарбонат натрия, морскую соль, горчицу и натуральный мед смешиваем в равных пропорциях и наносим на больной участок. Сверху накрываем пленкой и укутываем теплым шарфом. Компресс оставляем на ночь, а на утро смываем водой. Курс терапии составляет 2 недели.